русский язык действительно великий. Ни одному иностранцу никогда не объяснишь, почему замерзшая вода, которая свисает с крыш, называется сосулькой, а сосательная конфета — леденцом. Ни одному иностранцу не объяснишь, почему девичник – это скопление женщин, а бабник – это любвеобильный мужчина. Причем бабники-то бывают двух видов. Одни любят баб, а другие – бабки. Ни одному иностранцу не объяснишь разницу между выражениями «фу, пронесло» и «пронесло, фу». Великий русский язык. Потому что то, что понятно нам, никогда не поймут другие. Мы для них загадка, а для нас русский язык – это праздник. Например, только наш человек это поймет. Ты чем занимаешься? Да ничем. Работаю. Ни один иностранец не понимает, что вот это выражение у нас ругательство. Смотри у меня. Даже угроза. Смотри у меня. Ответ знаешь? Сам у себя смотри. Как две женщины накинулись на мужика. Одна говорит, я тебе покажу. Вторая, я тебе дам. Он говорит, ну прям не знаю, кого из вас выбрать. Да русский язык — это песня. Каждый мужчина должен иметь приличные личные наличные. Наличные расходы различные. Хоть и невеста, не теряя надежды. Снять с надежды одежды однажды, а лучше дважды. Форель откусила хозяйство хозяину, форелево хозяйство поется. Те, кто водит хороводы, называются хороводоводы. А те, кто изучает творчество хороводоводов, называются хороводоводоведы. А на открытом совещании закрытого общества открыто заявили, мы закрываемся. А можно и коротко. Я к вам не надолго. Я насчет долга. Ни один иностранец не поймет, с чего вы сейчас смеетесь. Жена набросилась на мужа. Где зарплата? Он говорит, украли. Она говорит, ну какой еще крали? Милый, сходи за хлебом, чтобы я не переживала. Он говорит, схожу, не пережуешь. А дальше крути как хочешь. Где хлеб? Он говорит, как тебе сказать? Она говорит, говори как есть. Он говорит, это не есть, это пить надо. Только наш человек поймет, что купил буханку хлеба и взял ее, бухнул. Поэтому гимн русскому языку – это диалог двух географов в наши дни. Ни одного ругательного, ни одного грубого слова. Только географические понятия. А нам все понятно. Один географ спрашивает другого, как жизнь, как дела. Тарт, хуже не бывает. Полный соец. Был в Дели, раздели. В Гванделупе отлупили. На австралийском материке отматерили. Вчера из Аджари вернулся. Представляешь, что там со мной? В Аджари. На всю катушку. Буду увольняться. Я так своему новому шефу и сказал. Я вам не лохнес какой-нибудь. И не позволю, чтоб каждый новый оскол меня вот тут вот на караче ставил. Кто он такой? Просто интересно. В географии Пномпень и Осло Ослом. Ему только в море Лаптевых щи хлебать. А он ученых. Душанбе. В Аджаре. Сам, небось, на Гавайях да на Канарах свою винницу греет. А меня в Аджаре. Вот что сделать? Посоветуй. Плюнь ты ему в Харьков. Или дай по Башкорстану пару раз. Ага. Чтоб потом за него Сидней. Не стал я с ним связываться. Хлопнул Тверью и в Дамаск. А там моя Оклахома. Как отвязалась. Как Роттердам раскрыла. Ты что наделал? Раздамбай. Ирак несчастный, Дубай, на что жить будем? Своим Череповцом подумал, в доме не Копейска он. Юшкарова. Выёркиваться вздумал, в голове не Чикаго. В общем, у тебя есть выбор. Или идешь на Яву с повинной, или пинкс тебе под Попенгаген. И на все четыре стороны. Сплошной невезувий. Хоть Арканзас на перешейк накидывай. А у тебя как дела? Рта. Моя Брахмапутра совсем Муром стала. Я говорю, ты мне на горловку не дави. В Могилев захотелось. Как дам в Глазго, неделю с Сенегалом ходить будешь. Она говорит, Токио тронь. Вот Токио тронь. Я Братиславу скажу. Он тебе в миг этот твой кривой рог обломает. Я говорю, да Ирпит твою Мадрид. И не Гвандалуп на меня своей Зеландии. На себя в зеркало посмотри. Сахара прыщавая. Котлас нечесанный. Миссисипи уже ниже колен висят. Из всей фигуры одна Европа осталась, и та уже в Тверь не проходит. В общем, вышел я на Балканы, закурил. Думаю, дай с горя.
Бухарест. А Сызран проснулся. Башкирия, Боливия, в Роттердаме, Сухуми, Ручки, Трансильвания. И не Рублевск на Похмельницкий, но хоть Бишкеком об Эльбрус. После такого Баден-Бадена.